Всем привет! Вы на канале «Час ремонта», который посвящен электрическому инструменту для выполнения строительных и ремонтных работ. Сегодня мы рассмотрим 7 лучших шуруповертов 2020 года от компании Bosch, признанного лидера отрасли, продукцию которого любят любители и профессионалы всего мира. Чтобы не пропустить следующие выпуски, подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик. Теперь начинаем. Начнем обзор с Bosch GSR-182Li Plus Professional. Компактного аккумуляторного шуруповерта, одного из самых легких в своем классе. Длина инструмента всего 169 мм, что позволяет спокойно выполнять работы в условиях ограниченного пространства. Источником питания служит аккумуляторная батарея с индикатором заряда, выполненная по литий-ионной технологии емкостью 2 ампер-часа. Количество ступеней регулировки крутящего момента 20, плюс режим сверления. Отличительная особенность модели – полноценный сверлильный патрон быстрозажимного исполнения AutoLock 10 мм. Также имеется встроенный светодиод для подсветки рабочей зоны. К преимуществам шуруповерта можно отнести высокую степень безопасности. Встроенная электронная система Electronic Cell Protection защищает аккумулятор от перегрузки, перегрева и глубокой разрядки. Кроме того, имеется система Electronic Motor Protection, которая препятствует работе двигателя при чрезмерных нагрузках. Комплект поставки включает в себя фирменный пластиковый кейс L-Box, систему крепления на пояс, запасной аккумулятор и устройство для быстрой зарядки, способное восстановить батарею менее чем за 65 минут. Bosch GSR-180Li – компактный и легкий аккумуляторный шуруповерт, который относится к бюджетной линейке серии профессиональных инструментов Bosch. Аппарат питается от батареи емкостью 1,5 ампер-часа. Аккумулятор выполнен по литий-ионной технологии, он отличается отсутствием эффекта памяти и высокой скоростью зарядки. Инструмент оснащен быстрозажимным патроном, с помощью которого можно осуществить быструю замену оснастки без использования специальных инструментов. Конструкции предусмотрена возможность быстрой замены щеток. Двухскоростной редуктор позволяет подобрать параметры работы, исходя из плотности материала и режима эксплуатации. В нижней части корпуса расположен световой диод для подсветки рабочей зоны. В модели реализована система защиты двигателя от перегрузок. Модель поставляется в фирменном пластиковом чемодане вместе с дополнительным аккумулятором и устройством для быстрой зарядки. Bosch GSB-120Li – универсальный аккумуляторный шуруповерт, оснащенный функцией удара, которая расширяет функциональные возможности инструмента. Модель появилась на отечественном рынке в 2017 году и уже успела зарекомендовать себя как надежный и производительный аппарат. Источником питания служат литий-ионные аккумуляторные батареи емкостью 1,5 ампер-часа и напряжением 12 вольт. Производителям допускается замена штатных аккумуляторов на фирменные батареи с напряжением 10,8 вольт. 20 ступеней регулировки момента затяжки помогут подобрать оптимальное усилие для закручивания саморезов, исходя из свойств материала. Модель оснащена полноценным сверлильным патроном быстрозажимного типа AutoLock 10 мм. Стоит отметить, что в данной модели функция удара считается дополнительной, она реализована достаточно слабо, поэтому злоупотреблять ей не стоит. Комплект поставки включает в себя кейс для хранения и транспортировки, выполненный из ударопрочного пластика, устройство для зарядки аккумуляторных батарей и сам аккумулятор. Bosch GSR-12V30 – аккумуляторный шуруповерт профессионального класса, питающийся от литий-ионной батареи емкостью 2 ампер-часа. Для контроля состояния аккумулятора предусмотрен световой индикатор уровня заряда батареи. Модель оснащена надежным бесщеточным двигателем, который обеспечивает продолжительный срок службы инструмента. Двухрежимный редуктор позволяет подобрать оптимальные условия эксплуатации. Для работы в темных местах имеется яркий светодиодный фонарь, который включается автоматически после нажатия на клавишу пуска. Эффективная система вентиляции обеспечивает эффективное охлаждение двигателя, что помогает при продолжительной непрерывной работе. Из-за установки бесщеточного двигателя заднюю часть корпуса пришлось немного расширить. Впрочем, это абсолютно не мешает при работе, а дополнительные резиновые хватки, наоборот, увеличивают надежность захвата и препятствуют скольжению. Комплект поставки включает в себя пластиковый кейс, выполненный из ударопрочного пластика, дополнительный аккумулятор и устройство для быстрой зарядки. –
Bosch GSR12V15 – надежный шуруповерт, оснащенный двухскоростным редуктором, работающий от сменных аккумуляторов, изготовленных по литий-ионной технологии напряжением 12 вольт и емкостью 2 ампер-часа. При необходимости модель способна работать на фирменных аккумуляторах Bosch с напряжением 10,8 вольт. Встроенная система защиты предохраняет аккумулятор от перегрузок, перегрева и глубокой разрядки. Светодиодные указатели позволяют контролировать уровень заряда батареи. К дополнительным преимуществам можно отнести функцию торможения, которая останавливает шпиндель после отключения питания, что позволяет исключить вероятность перетяжки шурупов и саморезов. Яркая LED-подсветка позволяет производить работы даже в плохо освещенных местах. Модель поставляется в удобном пластиковом кейсе для транспортировки и хранения вместе с дополнительным аккумулятором и устройством быстрой зарядки. Bosch GSR18V50 – производительный шуруповерт профессионального класса, оснащенный надежным и долговечным бесщеточным двигателем. Источниками питания инструмента служат литий-ионные аккумуляторы емкостью 2 ампер-часа. Подобные батареи можно заряжать в любое удобное время, независимо от уровня заряда. Аккумуляторы не имеют эффекта памяти, они сохраняют стабильные эксплуатационные характеристики на протяжении всего срока службы. На шуруповерт установлен цельнометаллический быстрозажимной патрон с возможностью быстрой замены насадок, изготовленный из стали повышенной прочности. С его помощью можно быстро менять оснастку без использования специальных инструментов. Обороты регулируются путем нажатия на клавишу выключения. Специальная электронная система обеспечивает плавное изменение скорости вращения шпинделя. К дополнительным преимуществам модели можно отнести светодиодную подсветку и возможность крепления инструмента к поясу. Данная функция будет особенно полезна при работе на высоте. Шуруповерт поставляется в фирменном пластиковом кейсе, в котором находится зарядное устройство и запасной аккумулятор со встроенным светодиодным индикатором уровня заряда. Завершает обзор шуруповерт Bosch EasyDrill 1200 – компактная модель бытового класса, питающаяся от съемного аккумулятора с напряжением 12 вольт. Аппарат оснащен патроном быстрозажимного типа, с помощью которого можно менять насадки вручную, без использования специальных инструментов. К преимуществам модели можно отнести качественный бесщеточный двигатель и долговечный редуктор, все детали которого выполнены из металла. Отсутствие пластиковых элементов гарантирует продолжительный срок службы. За безопасность шуруповерта отвечают две системы – Electronic Cell Protection, которая защищает аккумулятор от перегрузок, перегрева и глубокой разрядки, а также Electronic Motor Protection – она препятствует работе двигателя в режиме перегрузки. Модель поставляется в фирменном пластиковом кейсе, выполненном из ударопрочного пластика, вместе с дополнительным аккумулятором, устройством быстрой зарядки и специальной скобой для крепления к поясу. Надеюсь, наш выпуск поможет вам подобрать модель, которая будет полностью соответствовать вашим требованиям. Ссылки на товары с актуальными ценами вы найдете в описании. Если вы работали с шуруповертами Bosch и вам есть что сказать, поделитесь вашим мнением в комментариях. Если вам понравился выпуск, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик. С вами был канал «Час ремонта». Пока!